Ребята, привет! Вы прекрасно знаете, как мы с Джекушкой любим пробовать какие-то новые средства по уходу за нашими любимыми хвостиками. Вот и в этот раз мы с Джеком решили попробовать новую гипоаллергенную косметику. Это корейский бренд Hyponic. И сегодня мы с Джекушкой и с нашей маленькой вот этой вот кнопочкой нашей гости, которую зовут Ириска, расскажем и покажем вам косметику, которую мы решили попробовать. Кстати, там будет подарочек, небольшой подарочек и для Ириски. Что это такое? Смотрите дальше. Ну, давайте для начала я немного расскажу, с чего все начиналось. Вообще основателем этого бренда является Джун Бэ Кан. А началось все с того, что у его любимой собаки кокер-спаниеля по имени Унджи начались огромные проблемы с кожей, которые стали доставлять ей серьезнейший дискомфорт. И вот в 2013 году Унджи умерла от рака кожи. Как выяснилось, одной из причин болезни были вредные агрессивные компоненты, входящие в состав шампуня, которым Джун Бэ Кан мыл свою собачку. И Джун Бэ Кан поклялся, что ни одному другому животному не придется терпеть то, что перенесла его Унджи, и решил создать безвредный гипоаллергенный шампунь для собак, который бы отвечал всем строгим стандартам, которые соблюдает именно корейская косметическая промышленность, производя продукты именно для людей. Мы все знаем, насколько качественна человеческая корейская косметика. И вот как раз создание вот такого шампуня и началась история бренда Hyponic. Вся косметика производится и привозится к нам непосредственно из самой Южной Кореи. Вот посмотрите, как герметично упакован в какую-то плотную пленку каждый флакончик, чтобы при транспортировке ничего не пролилось, ничего не повредилось. И вот посмотрите, опять же таки, на каждом пузырьке исключительно надписи на корейском и на английском языке. И уже вот здесь у нас в России представители данного бренда сверху делают наклеечки с описанием и переводом на русском языке. Ну и давайте я вам покажу, что же мы с Джеком решили заказать, что же мы решили попробовать. Это вот такой гипоаллергенный шампунь для собак, несмываемый шампунь пенка, для Ириски средство для удаления слезных дорожек и средство для чистки ушей. И вот посмотрите, как нам было приятно, когда в посылочке мы обнаружили вот такую открытку, где ребята из команды Hyponic желают Джекушке и его пушистым друзьям, пушистым гостям только всего-всего самого лучшего. Огромное спасибо, мы с Джеком очень рады, что вы проявляете такую заботу о наших любимых собачатах, кошечках, то есть о наших любимых хвостиках. Ну и так как вся история создания бренда Hyponic началась именно с шампуня, давайте и мы с Джекушкой начнем именно с него. Как я уже и говорила, это гипоаллергенный шампунь для собак, в основе которого исключительно только безопасные компоненты. Именно вот этот шампунь, вот этот, как у нас шампунь, он универсальный, подходит абсолютно для всех собак. В составе шампуня масло семян подсолнечника, оливы, жожоба для мягкости кожи, шерсти, а также огромный комплекс различных растительных экстрактов. Это экстракт корня солодки, который снимает воспаление, облегчает зуд. Экстракт цветков лаванды, который обладает антисептическими, противогрибковыми свойствами. Экстракт мяты, который также снимает зуд и покраснение, шелушение. И много-много других растительных средств. Буквально один нажим сделала, парочку. И вот смотрите, как это все отлично пенится просто. Что очень такой хороший минимальный расход. Можно было даже вообще не два раза нажать, а один раз. Потому что вон сколько пены. Вообще никакого запаха постороннего. Так приятно очень пахнет. Вот так. Просто вот отлично все пенится. Подолгу шампунька хватит такого. Особенно для такой вот маленькой собачки. Вообще очень минимальный расход. О, сколько пены. Смотри. Это не хорошо. Молодец, молодец. Посмотри, сколько пены. Вот посмотрите, я сделала всего 4 нажатия на дозатор.
Вообще по консистенции вот этот шампунь достаточно вязкий и густой. То есть те шампуни, которыми мы пользовались раньше, были гораздо водянистее, чем шампунь Хайпоник. Вот вы сами видели, как хорошо пенится шампунь, сколько получилось пены. Просто какая-то пенная вечеринка для Джекушки. И мне кажется, что для собачки размером с Джекушку было бы достаточно всего даже одного нажатия на дозатор. То есть очень-очень экономичный расход. Шампунь отлично смывается водой, но мне, честно говоря, пришлось немного повозиться, так как я сама по незнанию просто переборщила с дозировкой. Приятный, достаточно нейтральный запах, и шерстка становится такая мягкая-мягкая, словно ее дополнительно еще обработали каким-то кондиционером. Вот такие мы теперь чистенькие и пушистенькие. Посмотрите, какая мягкая, нежная шерстка у Джекушки. Ну и после мытья ушки, конечно, можно протереть специальным лосьоном. Он мягко растворяет какие-то скопления ушной серы, удаляет загрязнения в слуховом проходе и устраняет, конечно же, неприятные запахи. В состав лосьона около 48% воды хиноки, которая обладает еще и мощным антибактериальным и противогрибковым, противовоспалительным действием. Ну, вообще, не только после банных процедур, а можно просто регулярно протирать ушки своему хвостику таким лосьоном и просто для профилактики. Ну, еще я хочу показать одно замечательное и очень нужное именно нам средство. Это гипоаллергенный несмываемый шампунь Пенка. Кстати, очень удобная штука, я давно о такой штуке мечтала. То есть, по сути, это такой же очищающий шампунь, только в виде пенки. Огромный плюс в том, что он не требует, абсолютно не требует никакого смывания. Вы все знаете, что мы с Джекушкой часто путешествуем, очень редко оставляем его дома, он практически всегда и везде с нами. И мы часто путешествуем также и на машине, но не всегда есть возможность полноценно помыть ему лапки. Ну а обычные увлажняющие салфетки не очень хорошо влияют на кожу. Они сушат лапки, может появиться раздражение, то есть иногда Джек даже начинает подгрызать лапки вот после использования таких салфеток. А вот при помощи этой пенки можно спокойно очистить шерсть и снять загрязнение с лап и спокойно уже усадить Джекушку в машину. Да и не обязательно в машину, можно использовать пенку и в домашних условиях, если не хочется каждый раз намывать вот эти вот сладкие лопатульки. В состав пенки также входит вода хиноки. Вообще вода хиноки, она образуется в процессе сушки кипариса хиноки, а особенность вот этого дерева хиноки является его антибактериальные, противогрибковые свойства и также способность отпугивать насекомых и препятствовать воспалительным процессам. То есть после использования пенки вы можете еще быть уверены, что ни одна какая-то блошка, ни один жучок не залезет на вашу собачку. То есть лапки будут, вот этот запах будет просто отпугивать всех насекомых. Ну и, конечно же, в состав пенки входят разные полезные экстракты растений, листьев, розмарина, корни женьшеня и многое-многое другое. Вот такой замечательный состав. Ну и на десертик у нас, конечно же, подарочек для Ириски. И это вот такое средство для удаления слезных пятен, слезных дорожек. В состав лосьончика входит кипарисовая вода, которая обладает антисептическими свойствами, снимает покраснение, зуд, жжение и также предотвращает рост бактерий. Вот как раз-таки рисовая пудра обладает антимикробным и отбеливающим свойством. То есть, если вы будете использовать регулярно вот этот лосьон, то слезные дорожки уже не будут проявляться, то есть они будут гораздо светлее и не будет вот таких вот коричневых пятен от стекания слезок. Кстати, можно использовать его не только для удаления самих слезных дорожек, но и просто для очищения области вокруг глаз. Лосьончик не требует абсолютно никакого дополнительного смывания. То есть помыли, почистили глазки собачки и все, и отпустили ее. Все, абсолютно все косметические средства бренда Хайпоник прошли дерматологические испытания и получили оценку «отлично» по результатам исследования независимого дерматологического института Дерматест, который проводит тестирование для косметической и фармацевтической промышленности, а это очень важно.
Конечно, сейчас в каталоге производителя множество разных других средств по уходу. Это и шампуни без запаха, гипоаллергенные шампуни для щенков, для взрослых собак и кошек. Есть специальные шампуни для собак с белой шерстью. Ну и помимо шампуней есть средства для чистки ушей, для удаления слезных дорожек, а также огромный выбор профессиональной косметики для грумеров. Все это можно посмотреть на сайте производителя, на сайте официального дистрибьютора бренда Hyponic в России. Ссылочку я оставлю в описании к этому ролику. Заходите, смотрите все, что есть в каталоге. Все, абсолютно все средства гипоаллергенны и обладают антиоксидантными свойствами. Да, возможно, по ценовой категории косметика Hyponic стоит чуть дороже каких-то аналогичных косметических средств, но здесь вот вы уже можете быть на 100% уверены, что у вашего любимого хвостика не возникнет абсолютно никаких раздражений или побочных эффектов, потому что вся продукция изготавливается из гипоаллергенных и высококачественных ингредиентов. Мы с Джекушкой попробовали и однозначно вам советуем.